Агроприветики! Вы на YouTube-канале компании КАЗ Агроэксперт. И сегодня у нас на обзоре растворный узел РУ-11, страна-производитель Россия, город Воронеж. Растворный узел РУ-11 предназначен для быстрого и активного смешивания жидкости с гербицидами и пестицидами с целью подготовки рабочего раствора, применяемого в сельском хозяйстве для защиты растений от сорняков и вредителей, а также быстрого перекачивания приготовленной жидкости в опрыскиватель. Основные преимущества растворного узла РУ-11 – высокая эффективность, позволяющая значительно сократить скорость приготовления раствора требуемой концентрации. Мощная мотопомпа, быстро перекачивающая в бак опрыскивателя приготовленный раствор. Простота – всего два крана для управления потоками направляемой жидкости. Наличие устройства, фильтрующего жидкость в опрыскиватель. Большой объем основного бака – 11 тысяч литров, миксер на 500 литров. Применение 15 гидравлических мешалок на жестком трубопроводе из нержавеющей стали, позволяющих эффективно перемешивать раствор. А также к преимуществам следует отнести возможность беспроблемной транспортировки растворного узла. Будучи стационарным агрегатом, вся конструкция размещена на мощной платформе, легко устанавливаемой на автоплатформу грузовика. Основные параметры. Масса пустой машины – 1500 кг, объем бака – 11 тысяч литров, объем миксера – 500 литров. Перекачка – 1000 литров готового раствора в течение 2 минут. Насос HiPro 9343P GM6. Производительность насоса – 780 литров в минуту. Привод – бензиновый двигатель 6,5 лошадиных сил. А с вами была компания КАЗ Агроэксперт. Оставляйте комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Компания КАЗ Агроэксперт. Приобретайте выгодно с лучшим сервисом и гарантией.